Всем привет! Как дела? Ну что, дождались? Я готовлю сегодня очень вкусное, легкое, быстрое блюдо. Курица терияки. Это мое самое любимое блюдо. Какое добавляю соус и какая технология приготовления, смотрите, все впереди. А еще вы можете поучаствовать в конкурсе, который я объявлю в конце этого видео, и получить крутейшие призы. Я всегда готовлю курицу терияки только с кускусом. Это мое личное мнение, оно сочетается, оно очень вкусно. Первое, что я беру, небольшую баночку, грамм на 250, добавляю сюда кускус, добавляю пряности, добавим соль. Очень удобно расходится и соль, и специи, все, что вы добавили. Теперь самое прикольное. Заливаем горячей водой, но так, чтобы оставить чуть-чуть места, чтобы набухла каша. Убираем пока в сторонку, займемся курицей. Возьмем куриное филе. Толщина моего куриного филе примерно 4,5-5 сантиметров, поэтому я его уменьшу для того, чтобы оно быстрее промариновалось и быстрее приготовилось. Делаем вот такие вот надрезики. При жарке оно быстрее приготовится. И вуаля. Отправляем в миску. Сама по себе курица имеет довольно простой и понятный вкус. А для того, чтобы его улучшить и сделать красивее и ярче, нам понадобится соус, который поменяет полностью все понимание и взорвет ваш вкус до неузнаваемости. Поэтому мы будем использовать правильные соусы. Добавим немного соли, совсем каплю черного молотого, обязательно свежемолотого перца. Буквально капелюшку оливкового масла, но не обязательно. Можете дать растительного, это вообще не проблема. И самое главное, правильный соус. Берем 2 столовые ложки. Тут порции на самом деле 2. Самое интересное, что благодаря соусам самое простое блюдо может иметь совершенно новый, необыкновенный вкусовой оттенок. Компания All Star Sauce готовит вот такие крутейшие соуса терияки. Есть острый и есть классик. Просто рекомендую всем. А все потому, что ребята побывали в 38 странах для того, чтобы создать такие уникальные, вкусные, крафтовые, просто взрывающие мозг вкусы. Я им, честно, снимаю шляпу. Ребят, это очень круто, это очень вкусно, и я рекомендую вам. За что я люблю кускус? 5 минут и готово. Добавили сливочное масло, закрыли снова крышкой и готовим курицу. Добавим немножко сливочного и оливкового масла. Вы можете заменить на растительное, вообще не беда. Сковородочку разогреваем предварительно на медленном огне, потому что вы добавляете курицу терияки. Это очень такой щепетильный продукт, который имеет соус и который будет карамелизироваться. Поэтому просто жарить на большом огне не рекомендую. Положили нашу курицу. Остаток соуса терияки поливаем сверху на нашу курицу. А для того, чтобы получилось сочное куриное филе, я вам все детально сейчас покажу. Когда куриное филе наполовину уже начинает вот здесь принимать яркий, светлый оттенок, мы начинаем его только тогда переворачивать на вторую сторону. Взяли куриное филе, немного поводили по сковороде и поливаем его нашим сливочно-оливковым маслом с добавлением терияки. Все так же продолжаем жарить на медленном огне. Этот метод позволит оставить вам вашу курицу очень сочную и очень вкусную. И также она прожарится достаточно быстро. За счет вот этого масла, которое вы горячее добавляете, снизу жар в сковородке, а сверху сливочное масло. Ну что, ребят, спустя 9 минут наша курица готова. Переворачиваем, смотрим, что у нас получилось. Огонь выключаем. Смотрите, белое куриное сочное филе. Класс. Можете сверху еще полить, чтобы она красавица была. Просто на выданье. Погнали. Кстати, соус терияки можно приготовить дома, в домашних условиях, но за 3 часа. Поэтому,
кто не хочет готовить дома 3 часа, я подготовил специальную акцию. 10% будет скидка по промокоду Поконевич10. И сейчас действует акция. Покупаешь 4 единицы, одна в подарок. Поэтому все будет в описании к этому видео. А я бегу кушать самое любимое блюдо. С самым крутым соусом терияки. Берем соус терияки. Поливаем курицу при подаче. Берем кунжут. И посыпаем полностью кунжутом нашу тарелку. Курица с кускусом под соусом терияки. А самое главное, то, что я приготовил для вас. Один из вас может стать счастливчиком и крутым обладателем вкуснейших крафтовых соусов от компании All Star Sauce. И все подробности будут в описании под видео. На этой крутейшей ноте я с вами прощаюсь. Вам хорошего настроения, всем приятного аппетита, вы лучшие. Застали меня прям перед пробой моего самого любимого блюда. Ай-яй-яй, как это вкусно.